Колемасон представляет «Пиф и Геркулес» по книге писателя Дорналя. Quand on est chien de supporter les chats. Au pif et Hercule, deux drôles de rigolos qui démantibulent les fusées, les pianos en tournant tout autour. Совместное производство Колемасон, СК, ТФ-1. Au pif et Hercule, on la formule pour partir vers de nouvelles aventures. Пиф и Хрустальный шар. Идите скорее сюда, спешите! Пиф ибн Саид предсказывает будущее, угадывает настоящее, прошлое, недавнее прошлое, даже давным-давно прошедшее. Спешите, друзья, на всех не хватит. Ты думаешь, в этом квартале найдется хоть один клиент? Что такое? Ты что, хочешь узнать свое будущее? Ну хорошо, тогда ты будешь первым моим клиентом, поэтому я не возьму с тебя денег. Что ж, посмотрим. Все как будто в тумане. О, я вижу кусок красного пластыря. В твоей судьбе не будет ничего необычного. Я вижу объедки, одни объедки, кругом. Черт тебя побери. Вот так ты и говоришь, что предсказываешь будущее. Читаешь его в этом шаре для простаков, да? Может быть, ты и мне скажешь, что меня ждет? О, понятно. Кажется, мсье струсил. Я струсил? Пиф струсил? Восточная мудрость, на что она тебе? На твоем месте я постерегся бы. Твое будущее одни тумаки. Ну что ж, посмотрим, что тебя ждет. Посмотрим. Ну, говори же, говори. Шар, раскрой мне все тайны. Над твоей головой сгущаются тучи. О, вот оно. Я вижу, как тебе на голову падает наковальня. О, подумаешь, наковальня. Не это все, что ты там увидел? Прекрасный денек, малыш, а? Здорово мы угнали самолет, патрон. А ограбление в клубе веселых кузнецов было, по-моему, ничуть не хуже, крошка. Ага. А ты случайно не забыл взять деньги? Ну что вы, они почему-то очень тяжелые. О, прекрати сейчас же, малыш. Я просто хотел взглянуть. Наковальня, надо же, наковальня. Мне не мешает постеречься, не нравятся мне эти наковальни. А? Вы что? Он сделал это умышленно. Протокол. Нет, нет, не надо. Вы совершаете роковую юридическую ошибку. Это все из-за пифа. Я сейчас все объясню. Ничтожество, кретин, болван. Ты же перепутал мешки. Но оба мешка стояли рядом. Что же мне теперь делать? Что хочешь, мне наплевать. Я знаю. Что? Наковальня упадет с неба? Ты принимаешь меня за идиота? Что это за ерунда? Наковальня, ну она должна была упасть на меня, на меня. Ограбление в клубе веселых кузнецов. Совершено жестокое нападение на полицейского. В голове помутилось, в глазах потемнело. Да, но вы можете положиться на меня, шеф. Самое необходимое в нашей работе — это умение легко и быстро из подозреваемого сделать виновного. А где же этот негодяй, а? Вещи разложены на тротуаре. Протокол.
Вы совершаете юридическую ошибку. А? О, кажется, я это уже где-то слышал. Эти скромные предметы – мои орудия труда. Я Пиф Ибн Саиб. Предсказываю будущее. Садитесь, дорогой мой, присаживайтесь. Как мне кажется, вы мечтаете о будущей встрече с дорогим вам созданием. Разве не так? Да, возможно. Итак, магический шар, раскрой мне свои тайны. Я вижу мусорный ящик. Предатель! Теперь я больше ничего не вижу, ни звука, ни изображения, больше ничего. Это я уже слышал. Досадно. Я не удивлюсь, если узнаю, что он сыграл злую шутку с этим бандитом Геркулесом. Прошу прощения, я случайно. Нет, ничего страшного. Это судьба. О, хотел бы я знать, кто испортил самолет, а, патрон? Ужасный день, малыш. К тому же, кажется, мы на мели. Я не беспокоюсь, патрон. Вы всегда что-нибудь придумаете. Кажется, на этот раз ты ошибся. Не может быть. Мы сели в лужу. Посмотрите на меня. У меня в голове ни одной мысли, но чувствую я себя прекрасно. Потому что я здесь, болван. Ни слова больше, патрон. Я все беру в свои руки. Месье, не знаете ли вы о какой-нибудь кассе поблизости? Нельзя ли здесь кого-нибудь поблизости ограбить? Что, молчишь? Решил меня шантажировать? Нет. Понятно, вымогаешь деньги. Нет, я... Тем хуже. А теперь подождем его. На мне печать судьбы, и она решила сыграть со мной. Ой! Жизнь или кошелек? Возьмите лучше жизнь. Сначала я чуть не получил наковальней по голове, а потом на меня упал горшок с цветами. Старина, я надеюсь, вы понимаете. Вы что-нибудь поняли? Стойте, ребята! Тихо и держите рты на замке. Я разыскиваю одного подозрительного типа. У меня есть фоторобот. Вы его видели? Да. Он пошел туда. Туда? Туда. Благодарю. А, клиенты, подходите, я предскажу вам будущее всего за 2 су. Малыш, тебе должно быть это понравится. Узнать свое будущее никому не помешает. Я люблю, патрон, когда вы отдаете мне приказания. Мы бы хотели знать, будем ли мы, разбогатеем ли мы когда-нибудь. Прекрасно, нет ничего проще. Я вижу много золота. Да, огромное количество. Где оно? 3-й переулок направо, 4-й налево. О, они забыли мне заплатить. Интересно, 3-й направо, 4-й налево. О, это же адрес банка Грошу. Что ты тут делаешь? Я просто слушаю тебя, Пиф, ведь мы друзья. Я не знал. Послушай, я подумал, если бы ты одолжил мне свой шар, я бы мог заранее узнать, когда мне на голову свалится наковальня. Отдай! О, 1000 чертей! Вооруженные нападения! Стреляют где-то рядом с банком. О, это уже крупный калибр. Фили. Закончилось. Вы случайно не слышали выстрелы? Да. Да, стреляли там. Спасибо. Я ничего не вижу в этом шаре. Мне кажется, что-то появляется. О-ля-ля. Ну что, парень, видел что-нибудь подозрительное? Наковальня? Нет, что вы, абсолютно никакой наковальни нет. Вы слышали? Прикидывается невидному. Именем закона обвиняю вас в том, что вы подозрительный тип, надевая наручники. Подождите, месье, вы совершаете роковую юридическую ошибку. Этот шар, это мой. Правда.
Положение осложняется, парень, по тебе тюрьма плачет. Тюрьма? У меня над головой будет толстой крыша из бетона, скорее туда! Не так быстро! Подождите меня! Ну, что ты там видишь, Пив? Оу, я вижу слово «конец». Слава богу, эта серия уже закончилась, и я спасен. Не нравится мне конец этой истории.